Ну, постоянно рыба поклевывает. Не крупная. Ну, так на твое видео приехали, когда тут на углу кидал. Я ВКонтакте увидел. Да, так много приехало. Ну, видать, здесь похолодало, может быть. Не, похолодало. Вот сейчас, когда прогревается днем, лучше получается. О, вот и рыбка. Девятая рыбка. Черком встали. Отлично. То есть завтра уже потеплеет, она сюда и зайдет. Знаешь, потише стало. Вот. Покрупнее бы. Ну, сейчас и покрупнее зайдет. Может, завтра уже. Покрупнее уже, тогда уже. База отдыха Кабона. Прямо на причале. Да. Ну, должна прогреться вода. Здесь такой холод был. Он прям в тени, где слабое течение. Около моста. Бах-бах-бах есть. Ваня, а у тебя, похоже, там зацеп идет где-то вот снизу. Он, да. Здесь тоже цепляется, он тебе камень вытащил, видишь, за крючок. А, вон. С камнем за крючок. Ужас. То есть поклевки идут, рыба ловится. Снег лежит. Ну, тает уже, очень хорошо тает. Я думаю, через пару дней снега не будет. Ночью было -2, сегодня -1, обещают. Тихо, спокойно, ветра нет.